Гладкая кожа – это не мечта, а реальность, если у вас есть качественный эпилятор. Выбирая лучшую модель, женщины руководствуются двумя критериями. Чтобы быстро и не больно. Тем самым они ставят задачу, практически невыполнимую. Безболезненной и быстрой эпиляции не бывает. Ведь эпилятор – это либо вращающиеся диски, либо щипчики, которые захватывают волос, чтобы удалить его с корнем. Это эпиляторы пинцетного и дискового типа. Отдельную нишу занимают фотоэпиляторы и лазерные эпиляторы. У них совершенно другой принцип действия. Приборы удаляют волоски с помощью высокоимпульсного света. Процедура обычно безболезненная. Волосяные фолликулы постепенно разрушаются под действием световых вспышек. Стоимость таких аппаратов значительно выше пинцетных и дисковых моделей. В рейтинге представлены эпиляторы с AliExpress разного типа, которые прошли отбор по таким показателям. Качество эпиляции, тип насадки, наличие скоростей, ресурс картриджей насадки, наличие дополнительных функций подсветки. Эпилятор KEN Mount 083. Лучший для лица. Цена на AliExpress от 696 рублей. Этот эпилятор отличается от остальных моделей, представленных в рейтинге. Модель относится к ниточным аппаратам. Волоски выдергивают не пинцеты и не диски, а нитка. Технология древняя и достаточно эффективная. Создатели эпилятора ее модернизировали, и получилось вот такое оборудование, которое работает от сети. Внутри корпуса находится катушка с намотанной шелковой нитью. Ее протягивают через металлические антенны, торчащие из корпуса. При включении аппарата антенны начинают двигаться. Волоски, которые попадают в просвет между нитями, выдергиваются. Эпилятор подходит для любой зоны тела. В комментариях пишут, что модель справляется с самой разной растительностью. Причем риск врастания волос минимальный. Лучший эффект она обеспечивает на лице, ведь там волоски тоненькие, и не каждый эпилятор может захватить пушок. Помимо волосков, эпилятор удаляет ороговевший слой кожи и массирует ее, чем улучшает кровообращение. Sarcare Epilator – это компактные размеры и яркая подсветка. Цена на AliExpress – от 700 рублей. Эта недорогая машинка поможет без особых усилий поддерживать кожу ног и зоны бикини в гладком виде. Она удаляет как крепкие темные, так и тонкие светлые волоски. Особого разнообразия насадок здесь нет. Комплектация минимальная, сам эпилятор с насадкой, щетка для очищения съемной части и провод USB для подключения к сети. Предусмотрено две скорости работы, которые переключаются с помощью рычажка на корпусе. Подсветка яркая, светодиодная. При необходимости ее можно отключить. Особого шума во время работы аппарат не издает. Форма пинцетов позволяет за один раз захватывать максимальное количество волосков. Это существенно сокращает время процедуры. Конечно, скорость работы этой машинки не сравнить с более дорогим оборудованием. Но аппарат стоит своих денег, что подтверждают положительные отзывы пользователей на AliExpress. Шустрый эпилятор с возможностью выбора скорости. Предлагается два режима работы на выбор для максимального комфорта пользователей. Головка здесь двойная, с 30 эпилирующими элементами из качественной нержавеющей стали. Благодаря наличию массажного ролика, болезненные ощущения во время работы минимальны. Головку легко и быстро можно заменить на бреющую насадку с тремя элементами. Мощности хватает для качественного удаления волосков. Звук не очень громкий. Сборка неплохая, пластик качественный, подгонка деталей почти идеальная. Продукция марки Riva сертифицирована для продажи в России. Предоставляется официальная гарантия производителя сроком на 12 месяцев. Сервисные центры занимаются обменом или ремонтом техники. Доставка товара с AliExpress, как правило, много времени не занимает. Отзывы о марке Riva неплохие, недовольны приобретением только те, кто пытался удалять аппаратом истонченные волоски. С ними китайский эпилятор действительно справляется не лучшим образом. Компактный лазерный эпилятор MSMASK относится к универсальным устройствам из серии 3 в 1. Он и волосы удалит, и от акне избавит, и сделает кожу гладкой и сияющей. При этом у него одна лампа без сменных картриджей. А это значит, когда она исчерпает свой ресурс, придется покупать новый эпилятор. Однако запас вспышек у нее внушительный, целых 900 тысяч срабатываний лампы. Так что хватит его надолго. А так как вся информация отображается на дисплее, пользователь может следить за состоянием оборудования. По остальным характеристикам все стандартно. Ручная и автоматическая регулировка вспышек, настройка мощности и бесшумная работа. Кожа практически не нагревается во время процедуры, пользователи в комментариях уверяют, что охлаждающий гель не нужен. Аппарат подходит для эпиляции всех участков кожи. За один раз он захватывает 3 квадратных сантиметра площади.
К работе устройство готово сразу после включения. Этот фотоэпилятор можно заказать как с одной лампой для удаления волос, так и с картриджами для омоложения кожи и удаления проявлений акне. Дополнительные фильтры, которые идут в комплекте, способны менять длину волн, приспосабливаясь к разным типам кожи и волос. Лампа мощная, ресурс срабатывания внушительный, до 500 тысяч вспышек. Оборудование не дешевое, но оно стоит своих денег. Пластик и качество сборки на самом высоком уровне. Упаковка отличная, как у дорогого фирменного оборудования. В коробке есть диски, сертификаты, инструкции, но на русский язык их пока не перевели. Настройку аппарата упрощает небольшой дисплей, на котором отображаются данные о работе эпилятора. У этой модели есть 5 уровней мощности, больше ничего регулировать не нужно. Применять оборудование можно для удаления волос на лице, теле, в зоне бикини. Эпилатор-депилатор. Самый компактный. Цена на AliExpress – от 2240 рублей. Данная модель имеет стандартную длину волн для лазерного эпилятора – 755 нм. Вспышки воздействуют непосредственно на меланин волоса. Поверхность сканера позволяет обрабатывать участок размером 3 квадратных сантиметра. Кожу во время процедуры аппарат практически не нагревает, можно вполне обойтись без охлаждающих гелей. Самый лучший результат устройство показывает на светлой коже и темных волосах. Мощность вспышек можно настраивать, предусмотрено 5 регулировок интенсивности. Первые процедуры рекомендуется проводить на минимальных настройках, постепенно увеличивая мощность излучения. Есть яркая светодиодная подсветка, которая позволит проводить эпиляцию без пропусков. Модель подходит для применения на всех участках тела, включая лицо и зону бикини. Результат заметен уже спустя несколько процедур. Ну что же, дорогие модницы, спасибо за просмотр. Желаю вам вечной молодости и красоты. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если видео было хоть немножечко полезным. Пока-пока.